Добрый день, друзья. У меня для вас две хороших новости. Первая новость – это то, что в кэшбэк-сервисе EPN 8 марта только один день будет действовать промокод 10,8%. То есть с помощью двойного кэшбэка можно будет получить 21,6% возврата. Я думаю, что это очень хорошая новость, и ей необходимо воспользоваться. Он будет действовать только один день. Второй замечательный момент – это то, что EPN кэшбэк организовывает конкурс в честь 8 марта. Тут разыгрываются призы. Это 50 промокодов на 11,8%, которые будут действовать один месяц. Именные карты, которые выгодно позволяют выводить деньги. Смартфон Xiaomi Mi 5. И самый главный приз, это поездка на двоих в Грецию. Условия очень простые. Ну, во-первых, нужно зарегистрироваться в EPN кэшбэке. Вот. Первое. Эти 50 промокодов будут разыгрываться среди тех, кто вступит в группу ВКонтакте и отправит ссылку на пост. Кроме того, 8 марта будет действовать промокод 10,8% для всех людей, которые будут зарегистрированы. То есть можно будет двойной кэшбэк получить еще больше. Вот. Чтобы получить смартфон, необходимо в статусе написать вот эти слова и отправить ссылку опять же на свой профиль. Самое главное, чтобы получить поездку в Грецию, необходимо быть зарегистрированным в сервисе ePayments. Также, если вы не выиграете приз, будет возможность выиграть одну из 50 карт именных, которые позволяют выгодно выводить деньги. Ну и дальше идут преимущества платежной системы. Вот, ссылки под видео будут, как зарегистрироваться, ссылка вот на эту акцию. Ребят, давайте регистрироваться, так как сервис молодой, количество участников не так много, поэтому шанс выиграть один из призов, я думаю, очень великий. Сам я уже все это сделал и буду надеяться, что что-нибудь выиграю. А так, до новых встреч и всего доброго!